Как вариант одновременно удар по суставам ноги. Как вариант, сразу переход в камай, либо развести руки в стороны и атака. Либо двойной блок против двух ударов и атака. Кота идет в длину, вот так вот. В одной линии. Ближний бой. Сзади как будто бы стена. За спиной стена. Это не удар. Not like one, no. This one. Take it. Shut up. Like what?
Tata. What? This. Attack. Yes, possible, possible, this kind of thing. Yeah. But, И усиливает потери. Possible. Attack. Cost. Потери равновесия. But that is the abbreviation. Tata is. But abbreviation, which is maybe. Он not only this one. Да. So, когда ты жестко документируешь, а уже бункай, применение техники. So, когда бункай, это not that, but from here, maybe, no? Это может быть как блок, посибо, как вариант, как и блок, и как атака. И добив. Каги. Или дзуки. Захват мусо. Наги. Каги дзуки можно. So what here finish here. So this one. Finish. В закрытом пространстве, малого, малое расстояние, маленькое расстояние. То есть применение удара может быть кота. Кота, кота, бета. Application from this, maybe. For example. Басайдай. Басайдай. After that. After that. Beta, beta. Listen, everyone. No. Kata. No good. В ката делаем одно, а по жизни другое. Maybe, maybe, maybe what? А если уйти в дубль? This is what? This is application. But kata, kata just to. Kata аппликация. А применение уже там можно варьировать. So beta, kata and application different.